Стеллажи ломятся от литературы разных жанров. Так выглядит книжная барахолка Уссурийска. Причем здесь не только помогают найти пищу для ума, но и часто устраивают благотворительные распродажи. Сейчас одна из них в разгаре. Деньги собирают для этого милого парня. Это котик. У Рамина спастическая диплегия. Поражение нервной системы и сильное напряжение мышц мешают мальчику двигаться в полной мере. Выход есть – операция на костном мозге, которую успешно делают в Америке. Цена выздоровления – 5 миллионов 800 тысяч рублей. Сумма для семьи неподъемная, потому помощи просят у неравнодушных людей. На самом деле очень приятно, что люди откликаются, кто-то помогает благотворительные лотереи организовывать, а другие помогают получить результаты. Я верю, что это реально, это возможно, но нужно приложить максимум усилий. Также 19 февраля в Дара пройдет благотворительный концерт, тоже вот стоимость билетика 250 рублей, можно поддержать наш сбор еще и так. А пока можно принять участие в лотереях и акциях в пользу Рамина. Вся информация есть на странице мамы мальчика в Инстаграме. Например, выиграть мужской парфюм, детский альбом или купить интересную книгу. Про эту акцию мы запустили информацию буквально в полдень. К вечеру мы собрали 3500. Если учесть, что книги стоили от 50 там, до 100 рублей в среднем, было много книг, и было много покупателей, и много людей приносили свои книги и хотят принести еще. Страницу в Инстаграме можно найти в поисковике, забить «Книжная барахолка». В поисковике 2 ГИС можно написать «Книжная барахолка». Адрес Советская, 84, офис 521. Мы находимся на 5-м этаже. График работы публикуется в Инстаграм. Обязательное условие – книги должны быть в хорошем состоянии. Целые, актуальные, без плесени. Такую помощь Рамину от жителей округа на Советской 84 будут принимать, пока сбор на операцию не закроют. Так с миру по нитке надеются собрать нужную сумму. Уже накоплено 2 миллиона 750 тысяч рублей. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс.